На площадке дагестанского филиала Почты России прошла встреча с представителями организации донорства костного мозга. Здесь рассказали, чем донорство костного мозга отличается от донорства крови, кто может стать донором, а для кого это противопоказано. Напомним, Почта России – национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова и Русфонд подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет может стать потенциальным донором костного мозга, бесплатно отправив по почте заказным письмом образец своего буккального эпителия. Пересылку образца берет на себя Почта России, а типирование и включение данных потенциального донора в регистр финансирует Русфонд.